Грипп крайне опасен людям, женщинам беременным и детям. Угу. До года. Это самые такие у нас страшные группы, которые мы просто боимся и трясемся, потому что у них крайне часто возникают тяжелые течения с развитием осложнений. И причем осложнения – это не просто пневмония, вот эти страшные вирусные пневмонии, с которыми вот мы с вами тоже столкнулись. И нередко осложнение именно идет на сердце по типу миокардитов.